Привет всем! Вы на канале вязания, я Светлана. Сегодня продолжаем вязать вот такой свитер. Я вяжу для себя. Так, вяжу я Так, теперь повернули, делаем поворот на двойную петлю вот таким образом на себя и вяжем следующий ряд, лицевая сторона, вяжем до конца ряда. Так, следующий ряд. Изнаночная сторона. Так, здесь мы будем уже не доходить вот красный наш маркер. Тут мы одну петлю не доходили, а теперь вот одну не дошли, вторую. То есть мы здесь от зеленого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И поворот делаем. Так, отметка плечо. Теперь 1. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 петелька, и мы теперь поворачиваем на лицевую сторону наше вязание и точно так же вяжем, крайне снимаем. Поворот делаем петли вот таким образом на себя и вяжем до конца. Так, следующий изнаночный ряд. Уже будем поворачивать мы от зеленого маркера, пройдем 6 петелек и будем делать поворот. Так, зеленый маркер, теперь 1, 2, провязываем, 3, 4,
5 и 6. Так, провязали. Тут везде уже вот двойные петельки. И делаем поворот. На лицевую сторону. Следующий ряд. Крайне снимаем поворотную петлю на себя. И вяжем до конца ряда. Это лицевая сторона. Так, переходим на следующий изнаночный ряд. Теперь будем поворотную делать, поворотный ряд уже от зеленой. 5 петель провяжем. Так, зеленый маркер, плечо отметка, одна петля, вторая, третья, четвертая и пятая. Делаем поворот на лицевую сторону и вяжем как в предыдущие разы. Снимаем крайнюю петлю и на себя поворачиваем так. Вяжем до конца ряда. Так, следующий ряд изнаночный. И теперь мы уже от отметки плеча не будем доходить. Мы провяжем 4 петельки вот от зеленого маркера и будем поворачивать. Так, вот зеленый маркер. 4 петли. 1, 2, 3, 4. И делаем поворот на лицевую сторону. Так. Крайне снимаем. Поворотная петля на себя. И до конца ряда вяжем. Так, на изнаночную сторону поворачиваем. Так, зеленый маркер. Теперь идет здесь одна петля, провязываем вторая, третья, поворачиваем на лицевую сторону. И теперь мы делаем скос плеча, не довязывая, 6, 6, 5, 5. Так, петель. Так, здесь мы крайние снимаем. На себя поворотную петлю делаем так и вяжем 6 петелек, я не довязываю, в конце и поворачиваем. Так, вот 6 петелек. Поворачиваем на изнаночную сторону. Снимаем крайнюю. И как на изнаночной стороне мы делали, от себя поворотную петлю делаем. И вяжем изнаночные петельки. В данном случае.
Так, это мы повернули скос плеча. Теперь дошли вот до отметки плечо. Теперь провязываем одна петля лицевая и вторая. Ой, изнаночная, то есть поворачиваем на лицевую сторону и крайнюю снимаем. И поворотная петля на себя. И теперь вяжем. При этом уже в конце будем не доходить 12 петелек и делать поворот. Это будет скос плеча. Так, вот 12 петелек. Я поворачиваю, не дошла до конца, на изнаночную сторону. Крайнюю снимаю. От себя делаю поворотную петлю и вяжу. До зеленого маркера. Вот я уже довязала. Так, вот оно. И тут провязываю одну петельку. Вообще тут уже все провязали, по-моему. Сейчас посмотрим. Да, здесь одна петелька у нас осталась изнаночная. Провязываем так и делаем поворот. Так, эту петельку снимаем на себя поворотную петлю. И теперь не доходим. 17 петель, то есть 5 прибавляем. И делаем поворот сквозь плечо. Значит, от зеленого 5 петель провязываем маркера. Раз, два, три, четыре, пять. Вот я провязала от зеленого маркера 5 петелек. Поворачиваем. Так. Снимаю крайнюю, делаю от себя поворотную петлю и до маркера дохожу, до зеленого. Так, дошла я до зеленого маркера. Так, все, мы уже все сделали. Сейчас я пройду. Сейчас покажу, как петли закроем, и покажу, что у нас вышло. Так, и сейчас вот плечо наше, да? Сейчас я до края дойду. Смотрите, как я это сделаю. Сейчас мы опять повернем. Так, петлю просто дохожу до края. На лицевой стороне мы закрываем 2 петли вместе, одной провязываем. Вот 2 петли вместе получается. Вот таким образом вот берите, вот где поворотные. Все, а на изнаночную я вам покажу, как их делать. Так. Чуть-чуть подтягивайте, чтобы было красивее. Так, последняя кромочная. Так, сейчас я вам покажу, что у нас вышло. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Сейчас плохо видно, как бы так, на спицах. Но уже хорошо, видите, вот сквозь плечо. Так.
И сейчас я пройду изнаночный ряд до конца, а на лицевом будем закрывать петельки. Изнаночный ряд я специально вам покажу, как на изнаночной стороне двойные поворотные мы будем закрывать. Лицевые я вам показывала уже, теперь покажу изнаночные. Проходим до конца этот ряд изнаночный. Так, маркеры уже можем убирать, они нам не нужны. Так что, как подходим до маркера, будем убирать их. Так, вот у нас двойная петля. На дороге попалась, смотрите, так. И вот поворотная. Я вам покажу, как мы ее сейчас, вот она идет, двойная, да? Как мы ее будем закрывать. Провязывать, то есть одной. Я беру вот за, смотрите, вот одна поворотная двойная. Я вот беру за заднюю стенку, вот, вот, вот так, и провязываю. Одной изнаночной. Так, провязала и сняла. Так, я маркеры убираю. Вот я зеленый убрала. Теперь следующая петля. Вот тоже идет поворотная. Они идут следующие от зеленого маркера. Вот две вместе за заднюю стенку провязываю. Следующие тоже идут. Тут идут до этого, до середины, вот до центральной части, 9 петель, они идут поворотные, двойные. И вот все их так надо сделать. Там я сделала на лицевой стороне, тут на изнаночной. Вот, на лицевой стороне, видите, как красиво выходит, не видно. Вот, еще раз показываю. Я вот беру вот две петли, которые при повороте образовалась, вот двойная, за заднюю стенку, вот так вот, видите? И провязываю изнаночной одной. И так, все петельки. Тяжело подхватывать, помогайте их, вот так. Немножко. Так. Видите, тут немножко нитки расслаиваются, если. И так вяжу до конца, вот до маркера этого вяжу. Так, а теперь вот центральная часть, 12 петель, которые у нас были, вот от красного до зеленого маркера, просто провязываем изнаночные. Мы их ничего с ними не делали. Так, убираю этот маркер. Так, следующее. Так, последний маркер убираем. Так. Так, теперь закрываем петли. Плечо обычно. Я вот таким образом две петли одной провязываю. А где уже горловина, там
немножко слабее. Так, это спинка, а вперед будете точно так вязать, только глубину вырезать, сделать на 2 сантиметра глубже еще, то есть где-то 6 рядов добавите, то есть после этого провяжете еще 6 рядов. Я имею в виду там, где плечи, вот 22 петли здесь останется на правое плечо и левое, их провяжите еще по 6 рядов. Так, плечо я вот правое закрыла уже так, петли. А вот горловина до левого плеча, вот начинаем закрывать, чтобы она свободно проходила и ложилась свободно. И я закрываю таким образом. Я промежуточную петлю беру, так, и эту закрываю, 2 одну провязываю, теперь следующую петлю, которая на спице на левой, тоже 2 одной, опять промежуточную, таким образом. 2 провязываю одной, теперь следующая петля 2 одной, так, сейчас расслоилась нить, сейчас покажу еще. Так, вот таким образом. Вот достаем промежуточную петля, провязываем вместе, потом следующая петля, которая на левой спице, 2 вместе одной, и вот таким образом, смотрите, они так ложатся хорошо, и они не будут тянуть так до конца по горловине, а плечо обычно промежуточную не беру.